С помощью квадрокоптеров ребята создают собственные ролики. На уроках знакомятся с 3D-принтерами, применяют виртуальные очки. Новые технологии активно внедряются в школах округа, их изучают в классе и на дополнительных занятиях. Коптер – только небольшая часть интересной программы. Это новая профессия будущего. Детки очень увлеченно любят их запускать, естественно. Но мы немножко шагнули дальше, и наши квадрокоптеры, они умеют именно программироваться. И программироваться на легкой программке Scratch, которая доступна детям с 7 лет. Региональный технологический форум прошел в корпусе школы номер 17 в Сколково. Педагоги и методисты из разных округов Подмосковья приехали, чтобы освоить новые образовательные программы, а также их применение на практике. Отставать от прогресса современным преподавателям нельзя. У нас несколько лет назад, это 4 года назад, кардинально изменилось содержание предметной области технологии. Появились новые направления, такие как робототехника, работа на ЧПУ-станках, работа на 3D-принтере, работа с станками лазерной резки. Собрать собственного робота, создать виртуальную модель, распечатать предмет на 3D-принтере тоже можно на занятиях в школе. Такие уроки технологии и информатики не бывают скучными, признаются ученики. Я моделирование осваивал где-то 1,5 года, но только в этом году учебном у нас открыли кабинет точки роста. Нам привезли много оборудования, и я нашел применение своим силам, своим навыкам. Участники форума смогли посетить 18 мастер-классов по разным направлениям. Педагоги делились друг с другом опытом и обсуждали технологии будущего, внедрение которых начинается уже сегодня. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».